Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную скумбрию в духовке. Запеченная по этому рецепту рыба получается сочной, нежной и ароматной. Приятного просмотра! Зачищенную от головы, плавников, внутренности и черной пленочки скумбрию посыпаем солью, черным молотым перцем, приправой для рыбы и поливаем лимонным соком. Делаем это со всех сторон. В том числе приправляем и внутреннюю часть скумбрии. Специи хорошо втираем в рыбу и отправляем ее в холодильник мариноваться примерно на полчаса. Затем отрезаем от оставшегося лимона 2-3 кружочка. Небольшую луковицу режем кольцами. Дальше промаринованную скумбрию кладем на фольгу. В брюшко помещаем подготовленные лимоны и лук. Плотно заворачиваем рыбу фольгой и отправляем в нагретую духовку. Запекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Затем фольгу аккуратно разрезаем, формируем из нее бортики, чтобы сок не вытекал, и возвращаем скумбрию в духовку еще на 5-10 минут до появления золотистого цвета. Для ускорения процесса можно включить верхний гриль. Вот и все. Очень вкусная печеная рыбка готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.